Различать цвета и предметы. В Мурманскую областную библиотеку для слепых и слабовидящих поступил прибор, который с помощью звука способен помочь ориентироваться инвалидам по зрению. Тифлоустройство – это цифровой голосовой маркер, который помогает слепым людям видеть. Действует он просто. Нужно закодировать специальный ярлык, наклеить его, например, на одежду или тетрадь, далее поднести сканер, и через несколько секунд прибор сообщит, что находится перед человеком. До сотни раз можно это записывать. Тихо. Годовой отчет, 2012 год. Да. Поэтому это вот этикетки можно клеить вот для незрячих очень удобно. Ну, что там, в хозяйстве. Ну, да. Роза Захаровна Ахтямова – член Союза журналистов, поэт, писатель и переводчик. В ее арсенале есть и специальная трость, и говорящий телефон. Что-то она приобретает сама, а адаптировать телефон помогли знакомые. Новинку Роза Захаровна оценила положительно, но тут же финансовый вопрос все испортил. Стоимость такого прибора минимум 8 000 рублей. Это все покажет, и все. И вот это будет образец, так сказать, для демонстрации. Конечно, мы никогда... Ну как, вот я могу его приобрести за свой счет. Я недавно была в Москве по своим делам, там на консультацию ездила, и мне показывали мои друзья. У меня друзья в МГУ там учатся, молодежь. Вот. Они мне много чего показывали. Но все это стоит деньги. Небольшое устройство может запомнить до 2000 заметок. Безусловно, такой помощник в хозяйстве пригодился бы каждому, чей мир состоит лишь из одного цвета. Но, как часто и бывает, комфортно жить зачастую стоит дорого. А это большинству инвалидов по зрению недоступно.